дежурную часть Барвихинского отдела полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу поступили заявления от граждан о краже велосипедов, а также электросамоката из подъездов многоэтажных домов в деревне Колчуга. Сумма материального ущерба составила 73 тысячи рублей. Сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.